Всем привет! Сегодня в этом видео покажу, как нужно создать Minecraft-сервер. Этот способ работает и на компьютере, и на телефоне. Ну а мы не будем медлить, поехали! Окей, давайте сейчас разберемся. Не нужно никаких программ, не надо ничего скачивать и так далее. Существует один сайт под названием aternos.org. Он предоставляет разные бесплатные сервера. Для того, чтобы создать бесплатный сервер, вам нужно зарегистрироваться. После этого выбираем IP-адрес. Я просто напишу darkprince2020. Если вы хотите создать сервер для ПК, выбираем Java Edition, а если для телефона, выбираем Bedrock Edition. Придумываем пароль и нажимаем регистрация. После авторизации выпадаете панель управления. Теперь вам доступно все функции для того, чтобы настроить ваш сервер. Для начала я просто изменю IP-адрес моего сервера на DarkPrince сервер. По свайпу вверх вы попадаете в настройки сервера. Вы можете изменить количество игроков, режим игры и сложность, а также разрешить читы. Кстати, кто использует пиратский Minecraft, вам следует включить эту галочку. А также можно поменять ядро и версию вашего сервера. После редактирования ваших действий вам просто остается нажать на кнопку «Запустить», и вы просто ожидаете очередь. После этого запускается сервер, вводите IP-адрес и порт. А в конце я хочу сказать вам большое спасибо за вашу поддержку. Мы набрали 560 подписчиков и много разных зрителей и разных комментариев. Если вам понравился этот видеоролик, поставь лайк, подпишись на канал. Ну а с вами был Темный Принц, всем пока!